Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Ну что, как видишь, я специально за кадром прошел как можно больше, для того, чтобы сегодня дойти до 50 тысяч кубков. Ну что, путешествие на пальцах. Сначала, прежде чем поехать, мы сделаем вид другой. О, давно не было мусорщика, поэтому возьмем мусорщика. Так, там путешествие на пальцах. Пустыня, по-моему, да? Ну, в принципе, для моей машинки должна быть пустынька легко даться. Наверное. Полетели. Йоху! Да, замечательно. Все. Первое место. Детский бассейн. Что-то я, по-моему, ребята, фигонько как-то бустанулся, если честно. Твою ж налево. Ой-ой-ой. Слушай, а мне повезло, смотри-ка, я нормальненько тут провернул дельце, да? Так, ролиечка сзади так хотел меня обогнать. Но, видишь ли, кукиш с маслом. Тут есть, смотрю, еще и баги, кстати. Ну-ка. Мы летим офигенно, да? Вообще топово. Да, ребята, мусорчик выигрывает. Так, 3000 монет. Кстати, я еще... Знаешь, что сделал? Я прокачал еще на один уровень нашу... суперкар. У нас же здесь был 18, теперь 19. То есть 230 тысяч еще нужно нам накопить. Я, знаешь, что думаю? У нас 586 самоцветов. Давай я в магазине приобрету пак. Вот тут есть эпический, 400 стоит. А есть эпический, но он стоит 500. Давай вот это, наверное, откроем. Так, что редкие и эпические, да? Редкие и эпические. Ага. Давай посмотрим. Так, зимние шины, амортизатор прыжков, форсаж и ускоритель. Ну, честно говоря, я рассчитывал немножко на другое. Так. Привет. Всем привет. Ну что, продолжаем, ребята. У нас день гонок. Слушай, я думаю, что день гонок можно прокатиться и на этой машине. Правда, там написано «отказали тормоза». Изи. Фига. Ты посмотри, что вытворяют. У ККМ-ки... Я не пойму, у нее что, монетный ускоритель стоит? Нет у нее никакого монетного ускорителя. У нее... А, она специально на заднем колесе, да? Шлифует. Кукиш тебе с маслом. Шлифовальщица несчастная. Рычка не так легко обогнать, как тебе кажется. Идеальный старт, но... Опять это изи. Давай, родной. Полетели. Лети. Лепесток через запад на восток. В общем, первое место. Плавные кривые. Мне вот это название нравится. Плавные кривые. Изи постоянно, ребята, бустится именно первое. Смотри. Там, кстати, вторая ККМ-ка тоже, ребята, с крыльями. И вот она. То есть она сейчас для меня, да? Типа конкурент. Но не тут-то было. Я идеально проехал эту трассу. И у нас мистический кубок. Блин. Ладно,
поедем. Не прыгать написано, видел? Миссия называется «Не прыгать». Да куда же тебя так? Ты видел, как я их всех обманул? Хе-хе-хе. Тот что-то там прыгает, прыгает на своем. Там же формула была, да, первая? Мне же не показалось. Нет тут никакой формулы. Нет, нет, формулы здесь нет, ребят. Тут чисто суперкары вот эти вот. Замечательно, да? Захотел обмануть судьбу. Угу, не тут-то было. Знаешь, в чем была моя ошибка? Мне не надо было запрыгивать на этот постамент, который там был. Залетая прям туда, в древесину в эту. Ну, отыгрались. Отыгрались, ладно. Давай попробуем еще одну гонку выиграть, и тогда, возможно, мы будем первыми. Но это не точно. Тут меня монетки, ребята. Ай, монетки меня подвели. А что, я первый, что ли? А где тот чувак, который ехал первым? Где же он, интересно, накрылся-то медным тазом? Друзья мои, гора смерти. Гора смерти. Попробуем. Ёпрасоте. Ну понятно, понятно, лопухнулся, ребят, лопухнулся я по полной программе. Даже здесь, ребята, нет. Почему я подумал, что гора смерти — это немножко другая трасса? Нет, это все, это кобзда. Эх, сейчас разобьюсь. Бэби-драйвер. Ну вот и все. Я офигею. Да ладно, там чувак какой-то не смог забраться наверх, прикинь. Упс. Вингас этот. Паршивец, а, несчастный. Блин, все равно второй. Ладно, ребята, будем вторыми, фиг ты сделаешь. Горные мосты. Манал я нафиг ваши горные мосты. Будем ехать на раллийном авто. Кататься по этим горным мостам. Это что же у нас тут, супер дизель что ли был? Был да сплыл? Отлично. Давай сразу следующую гонку. Блин. Спуск. Да, меня крылья, ребята, здесь. Обалденно. Так скажем, вручают. Вот и все. Отвесная скала. Когда написано «отвесная скала», ё-моё, задержался. Это значит вниз, да?
Водоволети. Есть. Смотри, как встал. Вообще замечательно. Ну что, друзья мои, еще, наверное, гоночек 20, и мы будем на месте. Что там было написано? Грязные ралли. Грязные ралли. Если не ошибаюсь, то лесные тропы у нас берет очень хорошо супердизель. Но не всегда, да? Эх, чуть-чуть не хватило, чуть-чуть обогнать этого подонка несчастного, который ехал на суперкаре. Блин, не отстает просто. А, до свидания. Есть. Так, а здесь у нас, кстати, 4 гонки будет. 4. Вот она. Вот она, ребята. Подставочка сейчас была. Офигенно, вырвались. Фью, вы крутасы. Погнали. Отлично, ребята, вы крутасы у нас получается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мы не должны позволить обогнать нас никому. Есть. Да, ребята, первое место. Так, забытое шоссе. Ну, забытое шоссе, я думаю, что мы можем проехать и на нашем раллийном авто. Торпедушкой. Что это было сейчас? Твою ж налево. Нифига себе. Там захватились, здесь подмяли. Просто идеально едем. Тут всего лишь, наверное, одна гонка, да, будет? Да, скорее всего. Вот и все, ребят. Шикарно. Так, мы возьмем награду эту. Угу. Так, это у нас, ребята, для мотороллера. Форсаж. Блин, там колеса, прикинь. А колеса мы с тобой получить не сможем, потому что у нас с тобой не премиум пак. Вот так вот. Мы, кстати, без премиума пака столько уже, ребят, наград профукали, да? Посмотри, а? Сзади этот раллийное авто там меня напрягало, вот это вот. Прямо действительно напрягало. Ай-яй-яй, здесь же у нас. Да-да-да-да-да, я понял. Помню. Так, тихо. Офигеть. Перед финишем, блин, впендрючился. Твою налево, блин. Идиот, а. Чего они все дни раллиек тут понадавали, а?
Есть. Фух, улетел куда-то там в никуда, ребята. Так, ну что, еще немножко, да? Магнитная цепь. Кстати, вот магнитная цепь здесь очень даже хорошо на крыльях, ребята, ее проходить. Особенно, когда включены магниты. Ё-моё. Чуть-чуть будет перевернулся. А там, кстати, этот суперкар, он-то как раз-то и перевернулся. Я. Yeah. Улетели в никуда. Так, магнитное безумие. Не надо, блин, вот этого. Ну все, меня обогнали, я уже не смогу, ребят, догнать. Врезался в этот несчастный магнит, и все. И потерял, как говорится, преимущество. Не-не-не, парень, ты уже меня, наверное, не догонишь. Есть. Фух. Замечательно. Так, а у нас весенний город. Собственно, персоны. Просто весенний город. Без идеального старта. Нифига не тут все, ребята. Тут еще и формула. Смотри, какая скорость. Так он с монетным ускорителем, ребята, вот что. То есть, фиг, я офигею с этой формулы, блин. Просто, ребята, я не смог ее обогнать. Все на монетных ускорителях. Ты-то куда тут лезешь, блин, я не могу понять. Трактилки кто-то едет. Не отстает от меня. Что-то я немножко прифигеваю. Нет, все, ребят, первый. Какой-то хламон там ехал на первом месте. Это. А, у нас спорткаре. Вот этого чучмека мне надо как-то умудриться обогнать, ребят. Есть! Вот тебе ватрушка, блин, вертушка. Просто, ребята, скорости заоблачные. Все, первый. Вот так вот, ребятушки, Рэй проходит трассы. Ну, а у нас Нагорный кубок. Что-то странное, Нагорный кубок. Еле-еле, ребят, запрыгнул. Это что-то... Это что у баги там за... Не по... А, ну крылья, крылья вижу, да, крылья есть. До свидания, баги. Ну, было они баги. Обделалось оно, короче, ребят. Это баги. Такс.
Давай без вот этого. Ух. Эу. Давай, 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 давай. Все, ребят, размазался. Эх, вторым. Почему не смог туда запрыгнуть, я не понимаю. Обычно на крыльях ты туда должен залетать с полтычка. Ну давай ты, едь. Есть. Вторым хотя бы. Фух. Хотя бы вторым, друзья. Еще вытворяет. Опять этот мотоцикл вырвался, блин. Пипец какой-то, блин. Эх, в надежде думал, что все-таки обгоню его. Не получилось. Мотоцикл попал, да, в ловушку. Этот босс достал уже, а? Зашибись. Еще и этому всрал, а? Третье место. Откатываемся назад. Так, лесной кубок. Слушай, ребят, мне кажется, что на моей тачке нужно что-то прокачивать. Я имею в виду на раллийном авто. Это уже никуда не годится. Уже просто проигрываем всем, кому не лень. Баги, вали отсюда, а? Что ты тут вообще делаешь? Твою, блин, налево. И даже здесь не можем с тобой нормально взять первое место. Давай, 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 езжай, езжай, езжай. Ну, давай, еще 33 прыжка сделай. Нет, все, нормально. Так, окей, нам нужно еще, ребята, первое место. Отлично. Да что ж ты так притормаживаешь-то, блин? Мне надо чуть-чуть, она тормозит вообще полностью, блин. Все, ребят, выиграли здесь. Так, продвигаемся. Кубок претендентов. Кубок претендентов мы будем ехать... Нет. Так, погоди секундочку. Что же мне тут... Блин, хотелось бы, конечно, что-нибудь прокачать. Может быть, на этой попробуем версии прокатиться. Отлично. Неплохо прокатились, я тебе скажу.
Слушай, ну смотри, вообще почти, ребята, идеально. Пусковая шахта. Да едь ты уже в конце-то концов-то нормально, блин, а? Вот это уже другой разговор. А то еле едет там. Ну что, нет, пока еще не взяли. Ребята, райская бухта. Райскую бухту мы будем проходить с вами вот на этой, нет, может быть, на этой версии. Нет, все-таки на этой. Все-таки на этой версии. Хотя тут лучше, если честно, с магнитом. Чтобы магнит притягивал монетки. Ну и сам понимаешь, что тогда из этого будет получаться. А я лечу себе, лечу. Опа. Прям так шоколадненько, да? Не спеша. Блин, вот тут, конечно. Че, неужели тут одна гонка, ребят? Поехали вниз. Прокатимся тут. Да, здесь, ребята, одна всего лишь гонка. И я здесь первый. Ну? Жит. Босс. Что у нас там в команде? Привет. Ну что, поехали. На чем он только будет, я не знаю. На чем он там, ребята? Ё-моё, он тоже. Фига он втопил. Тут я лечу, ребят. Куда я? Есть. На финиш прилетел. Он там где-то сзади ковыряется. Да перевернись ты лучше. Фига, ребята, он там сиганул. Так, он поверху, а я пойду понизу. Как он там? Ладно, 1-1. Причем, ребята, он везде, где только мог, врезался, ты понимаешь? Блин, ну заехал, ладно, фиг с ним. Есть. Да. Ребятушки, ну вот, вот так вот мы с вами и попадаем в 50 тысяч кубков. Новая красочка, управление в воздухе, стартовый ускоритель, монетный ускоритель, ребята, чуть-чуть нам дали, отлично. Как-то так. Ну что, когда ролик будет... Так, ну, прошлая серия, наверное, будет сегодня. Что это такое? Какой чат? Что такое? Что произошло-то? Короче, прошлое будет, наверное, сегодня, а сегодняшний вот этот вот ролик будет уже завтра или послезавтра. Ну что, друзья, на этом я буду сегодня закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.